По давно сложившейся традиции, ровно в полдень на рынке Ковалева наблюдалось творческое оживление. Поздравить взрослых и юных гостей торгового объекта пришли маленькие артисты города, представители различных кружков и студий. Праздничный концерт стал частью большого благотворительного проекта. В рамках мероприятия подарки к школе получили ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Активность проявляют все люди, которые находятся рядом. И это не только Панда, не только рынок Лагуна, это не только Нотариальная палата. Это и Белпочта. Это люди, которые хотят оказать помощь детям. Ведь подготовить ребенка в школу – это не так-то легко, это особенно первоклассника. В нашем большом коллективе работает очень много мамочек, бабушек, есть папы, конечно, у нас их немного. Кто, как не они, понимают значимость таких мероприятий, которые проводятся. Поэтому все с большим удовольствием уже второй год, как я сказала, отзываются на проводимую эту акцию. В этом году целевая аудитория – самые юные школьники, первоклассники. В подарок каждый из 11 малышей получил большой школьный рюкзак с полным набором канцелярских товаров, а также школьную форму, красивые деловые костюмы. Приятно очень, да, конечно, что такая помощь есть. Да, первый класс, вот, сын идет. Ходили, конечно, смотрели, что мама сегодня есть. Пожалуйста. И волнуется. Мы этим хотели как-то помочь некоторым родителям, многодетным семьям собрать портфель первоклассников в школе. Ну, я считаю, что это очень важный момент и для родителей, и для самих учеников. Я хочу всех поздравить с этим праздником, ведь и родители волнуются, и дети волнуются, потому что дети идут впервые, поднимаются еще на одну ступеньку выше в своей жизни, в самостоятельной жизни. Кроме того, в рамках развлекательной программы подарок мог получить любой ребенок. Достаточно было не стесняться и проявлять активность. Торжество получилось по-семейному добрым праздником, где каждый смог получить свою порцию радости и счастья. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».